эфире рубрика «Вопросительное ухо, горло, носе». Это рубрика, где вы можете задавать любые вопросы о заболевании лор-органов. Марина из Ногинска пишет. «Доктор, мне поставили сфиноидит. Перерыла кучу информации в интернете, все пишут что-то ужасное. Как же мне вылечить мой сфиноидит?» Сфиноидит, Марина, это воспаление основной пазухи или основных пазух. В норме может быть представлено одной пазухой или двумя. Это самая глубокая пазуха в черепной коробке. Она расположена практически в самом середине черепа. И в этом и заключается сложность этого диагноза. И, конечно, и пациенты пишут различные ужасы, и доктора иногда могут тоже стращать пациента таким диагнозом, как сфиноидит. Но бояться не нужно и волноваться не нужно. Нужно найти хорошего доктора и пройти полноценный курс лечения. Если мы говорим о гнойном состоянии, то гнойное состояние подлежит все-таки хирургической операции и хирургическому дренажу, когда специально эндоскопическими инструментами лор-хирург заходит в сфиноидальную пазуху, опорожняет гной, то есть очищает от гнойных масс. Если мы говорим о катаральном воспалении, то его можно вылечить при помощи так называемых кукушек. Это вакуум-дренажи в сочетании с физиотерапевтическим лечением, в сочетании с мощными антисептиками. Конечно, нужно принимать антибактериальные препараты вовнутрь, нужно принимать противоотечные препараты, которые будут снимать отек слизистых оболочек, и тогда постепенно явления сфиноидита стихнут. Пожалуйста, не мешкайте, не теряйте время, обязательно приходите в клинику, там где смогут вам помочь. И если будет желание, пожалуйста, вы можете обратиться к нам, мы обязательно вас вылечим. Дорогие друзья, в эфире была рубрика «Вопросительное ухо, горло, носе». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Все контакты вы видите на ваших экранах, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. С вами был доктор Зайцев.